Хей, йоги, с вами Шимки, и мы продолжаем родить игру под названием Омега Стрейк. Короче, просто Омега, как и раньше мы называли. И что у нас остается? У нас остается последняя серия, потому что мы отправляемся в последнее путешествие, это Цитадель Омеги. Цитадель Омеги. Погнали. Бурум-бурум-бурум. Босс. Омега-бот 2000. Вторжение врага. Приступаю к ликвидации враждебных целей. Вау. Допустим, хорошо. Я просто не захотел тратиться. А если я возьму его? Мне интересно, сколько я пронесу. За такие можно просто грохнуть. Давайте я так, в принципе, сделаю, почему бы нет. Берем штурмовика, просто лезем на самый верх. И все. Все, просто стою здесь. Почему у меня лазер не такой? Ugh!
Теперь у меня нету Ладно. И без хилок обойдемся. Ну как там, короче говоря. Ух. Попытаюсь еще пройди. Попытаюсь еще и пройти. Хотя бы еду дали. Тихо. Аптечка. Аптечку. Таля, ты шо, гонишь? Ля-ля-ля-ля-ля. Где в срок? Слишком жестоко. Курка. А мне деньги уже все равно не нужны.
Да, я что-то молчу сильно. Я что-то сильно молчу. Так. А как мне здесь? О, отлично. Серьёвы. До свидос. До свидос. Так, нужно этого подождать. И я его грохнул. Так что он мне потом тоже начнет клацать. А, это... Я думал, это пулеметчик. Отлично. Нужно оставлять хп на максималке, сколько могу. ХП максималка, сколько могу, плюс отхиливаться нужно. Так. Когда там будет это? Сейвпоинт, я уже вон сколько прошел. Можно. Это можно. Надо ждать, пока он уедет. Да, лучше коснуться об эту, чем потратил до хера на нем. Дайте. Хилыч. Thank you.
только бомбометатель. Отлично. Так, самое сейчас тяжелое. Готово. Ладно, более-менее я понял, как эту штуку проходить. Отлично. Давай. Вау. Просто карта. Это задний заход. Нужно столько иметь с собой хилок. У меня только 3 хилки. И все, то есть. Тихо. Блин, а если я упаду, мне же придется заново начинать. Какой, блин, не круто будет. Заходим. Пожалуйста. Мне нужен хил. Ага. Отлично. Так. Каевчик. Отхилился еще. Фух, ну что, поехали. Пипец. Все, да?
длинный коридор. И финальный босс. Доктор Омега, ну вот мы и здесь. Правда, думаешь, что ты сможешь одолеть меня? Ты лишь жалкий смертный, а я бог. Пора подавить этот жалкий мятеж. Эй! Да ёлки-палки! Ты издеваешься? Ну ладно, допустим. Он не сложный. Все, вот у него рука вылазит, и он минус. Дальше. Или все. Дурак! Думаешь, ты победил? Все только начинается. А, нихера себе. Сейчас ты познаешь, что такое истинная мощь. Пора умирать. А, слушайте, а я его уже почти убил. А, все? О-о-о! Ай-яй. Ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, у меня еще есть две свиньи. Три фазы у босса последнего. Ух, да это жестко. Доктор Омега повержен, и наши герои бросают последний взгляд на его горящую цитадель. Наконец мир восстановлен. Благодаря этой победе мы теперь можем с надеждой смотреть в будущее. Омега Страйк. На самом деле, последняя битва была жестко. В основном, что нужно было очень осторожно играть. Хилов мало, плюс я не знаю, откуда я мог знать, что там будет три фазы. Я был, ладно, там две, да? Типа робота вот это убили, он стал гигантом и все, а там еще и голова появилась. Но голова оказалась намного легче. Стреляешь. У них, в принципе, фазы следующие стали легкие. Удар под землю просто долгий зажим. Ладно, давайте оценивать игру. В принципе, игра нормальная. С одной стороны. С другой стороны, она может кому-то надоест, и не каждый ее допройдет. Лишь из-за одной фигни,
пройдено на 91%. Я играл 5 часов. Фигня в том, что не каждый сможет выдержать эту херь, что беготней. Типа бегать влево постоянно, то вправо, то... Ну, не в этом смысле, да? А то, что бегать именно по направлению. В одни и те же локации по 1000 раз, чтобы найти то, что еще мы не нашли. Есть у нас прокачка, есть оружие, есть всякие тоже механики, можно такие мини сказать. Есть тупый один-единственный враг, который меня просто взбесил, это красный жук, который просто лазит по стене и пуляет 3 выстрела в разные стороны. И единственный враг, который меня взбесил, все. Но так, в принципе, игра такая себе, ну, короче, 50 на 50. Потому что, поэтому, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, до новых прохождений.